первый рождественский мультфильм Уолта Диснея, который много лет считался утерянным, нашли в одной из норвежских библиотек. Этот черно-белый мультипликационный фильм под названием «Пустые носки» был создан в 1927 году. Обнаружили его случайно во время инвентаризации в библиотеке города Мо-и-Рана, расположенного севернее Полярного круга. Работники не смогли определить название мультфильма из-за нечеткой маркировки на катушках, поэтому решили обратиться к специалистам из США. Ясность внес американский историк мультипликации Дэвид Гернштейн. Главный герой короткометражной картины «Пустые носки» – удачливый кролик Освальд. Он фигурировал в 26 сериях, ну а позже его сменил знаменитый Микки Маус. Найденный в Норвегии мультфильм длится 5,5 минут, но около 60 секунд записи стерлось. То, что сохранилось, норвежские специалисты отреставрировали и оцифровали. Копию передали компании Disney. Оригинал решено оставить в Норвегии. Показ отреставрированной картины «Пустые носки» состоится 17 декабря в Норвежской библиотеке.